Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ну что, пошли дальше с тобой на лигу. В данный момент я нахожусь на бронзовой лиге и хочу получить сегодня, может быть, ну, девятую хотя бы. Ё-моё, как всегда, против меня дают самых сильных. Ну что же, будем сопротивляться. Угу, вот это будет лишнее, я думаю. Так, давай-ка мы, наверное, и медика уберем. Ё-моё, ну зачем? Зачем мне дали лечащего Гаргантюа именно в данный момент? Он мне не нужен абсолютно. Так, размещает двух шампиньонов. Вот так вот, да, значит? Ну ладно, мы лишим тебя, парень, атаки. Так, думаем, что дальше нам с тобой сделать. Давай вот так вот. Мне кажется, этот паренек собирается сделать грибной переполох. Так и есть. Я почему-то не удивлен этому. Абсолютно. Так. Окей. Предположим, да? Что дальше? Дальше мы с тобой сделаем, наверное, вот так. А у него 100% есть какой-то усилитель. А может быть, даже еще один такой гриб. А может быть, грибная полянка, которую он, кстати, вот здесь. Опа, опа. Ага. Вот так он решил сделать. Слушай, я пока не буду, ребят, тратить здоровье. Ну, не стоит, незачем. Сейчас посмотрим. Ага. Так, что бы нам с тобой сделать? Давай вот этого уберем отсюда, чудика. Окей. Так, того у нас 13 хп. О, призрак. Блин, нет, ребята, это не призрак. К сожалению, не то немножко. Я думал, что это призрак. А это, оказывается, зомби. Ну вот, вот об этом я тебе и говорил. Что он обязательно заменит. Так, ну мы с тобой подлечимся тогда. Так, уничтожаем. Не забывай, что у нас сейчас появится призрак в кармане. Так, ну что, этот гриб мы с тобой уничтожим легко. Вот что с поляной делать? Вот что меня интересует. Что мы будем делать с поляной? Я даже не знаю, как быть. Кого он сейчас сюда поставит? Или же он уничтожит мне зомби, а потом кого-то поставит, чтобы наносить урон и отхиливаться ровно настолько, сколько он нанесет мне урона? Две груши? Ну, это хитро. Это хитро на самом деле, ребята. Так. Ладно. Охотник. Но предположим, я сделаю так. Предположим. Что он будет здесь делать? Поставит зомби? Ой, поставит растение, мы переметнемся. Да ради бога. Пси. Парень, ну ты даешь. Нашел тоже дурачка, да? Погнали. Хопа. Так, здесь уничтожаем. У нас появляется с тобой киборг 5-5. Не забывай, что у нас с тобой тоже есть хилищий Гаргантюа. Так что, что он там будет делать? У него есть, ребята, вспышка на солнце, не забывай. Так, хиляется, да? Ну что же, дело твое, парень. Хиляйся. А если вот так вот сделать, что ты на это скажешь, а, братюня? Тоже как-то не по себе стало, да? Может уничтожить мне, если у него есть газонокосилка. В принципе, должна быть. Я бы обязательно взял бы. Единственное, что выпала ли она ему сейчас, в данный момент? Находится ли она в руках у него? Упс.
Вот это ты, парень, зря. Вот это ты, парень, зря сделал. Да. Так, ну мы хильнемся с тобой. Этот, конечно, уничтожит нас. Ну что поделаешь, бывает такое, ребята. Так, ну что, мы с тобой сделаем. Можем эволюцию, в принципе, сделать. Как думаешь? Я думаю, это будет вариант, да? Опа. Так, смотрим, что он там дальше будет делать. У нас на следующем ходу с тобой будет зомбо-гаргантюа. Зомбобот. То есть ты понимаешь, да, что мы уничтожим. Так, что бы нам с тобой сделать? Переместить растение. Вытянем карту. Ради бога. Давай сделаем так. Опачки. Так. Ну давай, пожалуй, замутим с тобой такую фишку. Окей. Так, что у нас тут выпадает? Безумие. Сделаем здесь. Так, ну что, теперь у нас есть довольно неплохие... О-о-о, друзья мои. Ну, во-первых, сделаем с тобой спортсмена. Это раз. О-о-о. Вообще шикарно. Так, смотрим, что там у него в кармане припасено для меня. Задумался, да? Хе. Чушь собачья. То же самое. Поехали. Так, 4 в лицо. Тут обменчик. Так, гранат, да, значит? Ну, что будем делать с тобой, с этим гранатом? Ну, вызовем Йетти сюда. Для начала. Какая хорошая карта нам выпала здесь. И сделаем вот так вот. Все. Подсолнух в ступоре. Чё-то какая-то у него грибная полянка здесь не очень хорошая получилась, если честно. Гранат взрывает. И дорожку, да, после себя? А, вот он как, оставляет стебельки. Ну ладно, предположим. Кто здесь вылупится, а? Ред Стингер. Собственно, ребят, персоной. Слушай, ну неплохо, 2-7. Неплохо. А если я вот так вот тебе покажу? Ты удивишься или нет? И вот так. Что ты на это скажешь? С одной картой. Все, я понял. Он понял, ребят, свою ошибку. Ну и сдался. Надо как-то протестить некоторые колоды за растений, наверное, да? Или, может быть, сыграть за кого-то другого. Так, ну что, ребята, мы с вами продолжаем эпопею. Пока я вот не знаю, я привык играть за разгрома, ребят. Серьезно говорю. Было бы у меня побольше карт легендарных за растения, я бы, наверное, сыграл бы за них. Я даже знаю, какие мне нужны карты, но их у меня нету пока. Так, смотри-ка, неплохие, в принципе, картишки нам выпали на первом ходу. Точнее, не на первом ходу, на втором. То есть я могу вызвать орешника. Так. Но, честно говоря, я к этому не был готов. Никак не был готов я к этому делу. Блин. Трындец, если честно. Ну что ж, давай тогда вот так сделаем с тобой. Если будет уничтожать мне зомби. Кстати, он, наверное, будет прокачивать сейчас. А мне не хватает, знаешь, чего здесь? Эволюции. Уничтожительный. Ладно, я думаю, что, может быть, в ближайшее время выпадет. Так я и думал, будет прокачивать. Хорошо. Сейчас мы призраком его еще немножечко с тобой бомбанем. Чуть-чуть, да? Он будет его еще дальше прокачивать.
Он будет его еще дальше прокачивать. Так. Ну или просто-напросто его потеряет. Или уничтожит мне зомби. Ага. Ага. Так, друзья мои, а вот это вот плохо. У него еще и мята, оказывается, есть. Ну что же, тут... А что тут? Орех или ягоду? Ягод нету. Ягод нету. Как быть-то? Наверное, сделаем с тобой вот так вот. Надеюсь, у него нет уничтожителей надгробий. Надеюсь. Ага. Так, ну что, давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Угу, поехали. А это у нас кто, ягода или нет? Это растение, листочек. Это растение, листочек. Так, ну что же остается нам с тобой сделать? Налево. Как быть-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ете так неохота подставлять, а? Давай, наверное, сделаю вот так вот. Пропустим. Угу. Прокачка пошла. Блин, пеньки, конечно, тут вообще не в тему. Пеньки эти не в тему здесь, если честно. Так, находится сверху или на ландшафте, да? Попробуем. Окей. Погнали. Оу-оу-оу, мы проиграли. Я только сейчас это увидел. Я не заметил, что там 8 урона. Почему? Надо было вот этого уничтожать. А я немножко сглупил. Да, друзья мои. Сглупил, да как сказать немножко. Очень сильно. Надо было его сразу уничтожить и все. 6-6 получил бы он урона. Хотя почему 6-6? Он бы получил бы 2-2. Никак бы не получилось, ребята, у меня уничтожить бы его. Ну... Пеньки есть пеньки, что я могу с этим сделать? Оставляем, наверное, вот так вот свой. Опять капитан Огонек против меня, а? Так, дай-ка я глоточек кофейку сделаю, чтобы мозги заработали. Угу. Отлично. Ничего так не бодрит, как кофеек, друзья мои. Так, ну что мы будем с тобой делать? Можем призвать... Тихо. Вот этого позову я сюда. Клюнет, нет, как думаешь? Не клюнул, нифига. Он рассчитывает, что там что-то хорошее, да, вылупится. Прикинь, сейчас какая-нибудь легендарная карта появится. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Какая-то фигня, ладно. Если ему нравится, то пускай будет. Так, и вызовем с тобой, наверное. Да призрачка еще вызовем с тобой сюда, да и все. Че, будешь прокачивать свой подснежник этот или нет? Или он погибнет? Да, наверное, обидно, да? Ага. Решил вытянуть две карты. Ну, как варик тоже неплохо. Может быть, у него там классные карты. Может быть, даже и комбак где-то горит. Кто его знает. Так, что нам с тобой сделать? Вот серьезно говоря, даже не знаю, ребят. Давай поставим вот этого вот. Если что, у нас есть с тобой повешение неуязвимки. Но она будет действовать только вот на этих. Но смысла вешать, да? Одна единица урона.
Тут две, тут тоже две. У него сработает еще защита. Кстати, он 6-го ранга. Понятно. Тогда, ребята, 6-й ранг, ну, в принципе, может, конечно, как-то здесь проявиться. Но я, кажется, знаю, что он либо сдастся, либо проиграет. То есть, только один вариант. Ну вот, он начинает думать. Короче, скорее всего, все. А нет, нет, ребят, я ошибался. 5-4 он стал. Так, ну что? Чтобы нам не получить урона, мы с тобой сделаем вот так. Поехали. Окей. Сработала защита у него. Что он там будет сейчас влеплять? Задумался. Ну что ты там задумался-то? Но этого прищелыгу мы уничтожим сейчас с тобой с полтычка. Сделаем это вот таким вот образом. Все, это нам не помеха. Давай дальше смотреть. Ох ты, какой жулик. Прокачивать будешь его, да? Ну, естественно. Только ты не забывай, что у тебя всего 2 хп. А, вот теперь ты правильно сделал. Теперь ты сделал правильно все. Поехали. То есть 8 единиц мы с тобой получим, да, урона. Фиг с ним. Тут уже, как говорится, кто кого передамажит, да, ребят? Кто кого передамажит. Ну что, сделаем с тобой вот такую штуку. Окей. Ну и перестрахуемся. Так, огонек в гневе, естественно, ребята. 5 хп остается. Как же не в гневе быть? Вот эта карта вообще имба, я считаю. Выбираешь, сделаешь эволюцию, выбираешь любую карту, которую тебе нужно уничтожить. Так, он опять за свое, а? Он опять решил за свое, да? Окей. Так, что там у тебя? У него есть, ребята... Я уже забыл, какие там у него карты-то есть. Ага, наносит 3 единицы урона зомби. Решил почистить поле мне, да? Решил мне почистить поле. Ну что же, дело твое, парень. Так, может быть, нам клоуна вот этого вызвать? Да? Да и вот так, пожалуй, сделаю я. Так, вытягивает 2 карты. Пять урона нанести, в принципе, это возможно. 5 урона это не сложно сделать. Тут три, это 6. Я вот не помню, что он делает. Ты запарил. Ты же сейчас сдуешься, у тебя одна... Все, ребята, это бесполезно. Я же тебе говорил. Набрал каких-то карт непонятных. Набор этот, зачем он ему нужен, этот добор? Ума не приложу. Так, ну что, ребята, мы с вами переходим на 8-ю лигу. Так, 15 геймов в карман. И мы продолжаем с вами. Поехали. И у нас Бонг Чой. Блин, этот псих недоразвитый. Но опять же, 7-й ранг дают. 7-й ранг. Да ну, блин, ну и дали, а. Да, друзья мои, челюсть и сумоист. Ты, кстати, хорошо сделал, парень. Ты хорошо придумал. Окей. Так, ну что, сумоиста поставим, да, с тобой? Поставим сумоиста. Не стал ничего делать. Дельфинчик, ну давай. Его суперудар может бить только по земле. На возвышенностях и в воде он не действует.
Так что рано или поздно он расколется. О, банк чё и вызвал. Понятно. Куда, сюда перемещаешь, что ли? Зачем? Ну ладно, твое дело. Так, и одна заклинаха у него. Что он там? А, вот так вот. Решил потратиться? Да ради бога. Ради бога, дело твое, парень. Угу. А ну-ка посмотрим, что ты здесь запоешь. Вот так вот, да, значит. Так, друзья мои, ну этого шитика надо будет убирать отсюда. Куда-нибудь в бок. Как ты думаешь, да? В бок. Куда его в бок-то? Я, наверное, пропущу. Ага, вот так решил, да? Ладно, дело твое, парень. Шаманство, хорошо. Я не возражаю, парень. Я нисколечко не возражаю. Иди отсюда. Там он, стой тихонечко и не бубни. А мы, как говорится, здесь тихонько разберемся. Поехали. Так, минус. 4 в лицо, понятно. Здесь уничтожаем. Так, давай теперь подумаем, что нам сделать. Если я вызову его, наверное, он сможет уничтожить. Может, сможет. Тогда, как вариант, этого он будет прокачивать. 100% тебе говорю. Так, давай сделаем тогда вот таким вот образом. Проверим. Есть у него что-нибудь такое? Против Гаргантюа, ну, против этого водяного, или нету? Сейчас он будет выставлять растения, он будет получать по одному за каждое призванное растение, ты понимаешь, да? Ах, даже вот так вот. Ну, мы уничтожим его, да? Единицу в лицо, у нас будет с тобой возможность. Сейчас посмотрим, какая нам карта прилетит. Даже так. Ну что ж, поехали. Ну вот, и весь тебе расклад до копеечки. Так, банан. Банан. Что-то мне не нравится вот эта вся заваруха здесь. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. И вот так. Сумоист. Блин, сумоиста никуда не поставить. Сумоиста никуда не поставить. Ага. Это ты зря, парень. Это ты зря сделал, конечно. Ладно, поехали, друзья. Все, надеюсь, у тебя на этом или нет? Так, он сейчас будет применять свой суперудар или нет? А, вытягивает две карты. Вот так вот, значит, да? Так, ну что, друзья мои, у нас с вами не так много вариантов здесь, если честно. Тут мы можем прикрыться, сделать вот так. Здесь позвать сумоиста. Так, призраком. Призраком что мы можем сделать? Да вот так вот. Окей. Что там у него в кармане? Если он сейчас уничтожит мне вот этого зомби, 9 в лицо, да? Че он там делает?
Не говори, что он был... Блин, бонус на атаку. Так. Давай вот этого. Вот сюда. Все, такой в обломе сразу же стал. Не получилось, да? Бонг-че, не получилось. Я в курсе. Так, ну что же, а теперь делаем, наверное, жирную с тобой точку по всему этому делу. Поехали. Окей. Давай. Да, ну и что, уничтожишь ты мне этого? Все? На этом ты сдулся, парень? Ну и что, ты вызвал свой горох. Сейчас мы нанесем тебе 3 в лицо. Плюс еще здесь. Так, он может применить свой суперудар, друзья мои. Ха. Только вот поможет ли он ему? Вот в чем вопрос. Это ты классно придумал, парень. Вот это мне нравится. Неуязвимость, ладушки, мы на равных с тобой. Ты в курсе, что тебе 3 в лицо осталось нанести? Наверное, не в курсе, да? Извиняй тогда. Ну вот, друзья мои. Еще одна победушка. Так, двигаемся с тобой далее. Нормуль. Так, делаем еще одну победу, и мы с тобой будем на 9-й лиге. Так, у нас бронзовая. На 20-м, по-моему, да, меняется серебряная лига. По-моему, на 20-ке. Так, с орешком. Давненько мы не дрались, если честно. Орешек такой непредсказуемый, особенно со своей неуязвимкой. Особенно со своей неуязвимкой. От него не знаешь, чего ожидать. Ну что же. Давай посмотрим, кто кого. Опять он там что-то думает. Ход зомби. У меня нету первого хода, ребят, поэтому делаем так. Пропускаем. Поехали. Выставим этого. Опа, мину выставил, да, значит. Ладно, решил на минках сыграть. Дело твое, парень. Блин, у меня, правда. Давай так вот сделаем. Сами себя же и прокачаем тогда, получается. Опять мину влепишь или как? А, уничтожать надгробие. Ну, это хорошо, что он потратил на него. Это хорошо, ребят. Ну, давайте серьезных уже. Блин. Одни заклинания, господи. Так, подожди, вот этого надо уничтожить, ребят. Я на это не подписывался. Окей. Так, 5 энергии. Ну-ка, посмотрим, есть ли у тебя что-нибудь против моего зомби с дельфинчиком. Опа. Опа. Твою же налево, а. Ну давай хотя бы поменьше урона, что ли, чтоб нам получить. Так. Хм. Йети вставить. Ну давай поставим йети. Угу. Ну и вот так. Твою ж налево, блин, этот, конечно, авокадо фигово. Он делает шаманство. Даже так. Окей. Ну что ж, придется нам с тобой заклинание потом применять.
Единственное, что семечко остается, да. Остается семечко. Ты сейчас серьезно вот это все сделал? Чего себе ты, паренек? Он уничтожит. А, нет, он не уничтожит, да? Понятно. Зомбобот, это, конечно, все хорошо. Я пропущу ход здесь. Сейчас кое-что сделаем с тобой. Угу. Ладушки. Пускай выставляет карт как можно больше, чтобы на следующий... Нет, через два хода, да? Через два хода у нас только получится. Так, герой становится... Ну, пускай становится неуязвимым. Зря потратил. Опять же, карту хочет взять. Окей. Так, уничтожаем с тобой вот этого. Это раз. Так, какое-нибудь растение переместить бы вот сюда. Мы же можем? Или нет? По-моему, можем, да? Или мы его сюда переместим сейчас? Твою же налево, что сделал? Ладно, давай так. Поехали. Защита. Погнали. Три урона. Неуязвимость, да, значит? Так, зомби, зомби, зомби. Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот так. У него, наверное, есть уничтожение надгробий. У него уже было, да, в начале? Поэтому он может уничтожить. Что там у него? Ну да, 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 да. Так происходит, ребят. Мишень. Ну и, конечно же, авокадо свое поставил. Так, ну что, на следующем ходу все это уничтожим с тобой. Все вот эту вот трихомудию будем с тобой бомбить. Давай, давай, вылупляй своего авокадо. Погнали. Блин, это семечки, блин, и вон я. Бесява, которую он все время выставляет. Так, сейчас кому-то не поздоровится, да? Уничтожает сразу же. Блин, а мне здесь и делать нечего. Ну давай сюда поставим безумие, если так уж и быть. Как вот этого разобрать, а? Скажи-ка мне на милость. 5, 5, 10. Это 10 как минимум урона. Ну, давай попробуем так сделать. Я не знаю, ребята, это уже от безвыходности. Курица. Курица, это, конечно, все хорошо, но... Не то. Какая разница, там все равно не прикрыться, хоть ты что делай. Пять и пять, 10 урона. А, у него еще один такой же, да, оказывается, был. Ну нет, тут не варик, друзья мои, тут проигрываем мы с вами. Хотелось бы, конечно, но никак. Нахватал он карт. Видишь, с эволюцией все как полагается. Блин, а у меня почему-то карты с эволюцией не пришли в руку ко мне, к сожалению. Ладно. Поехали. Азазель Бойсон какой-то против нас. Да что ж ты будешь делать? Что вы мне даете такие крупники-то? Ну, дайте поменьше что-нибудь. Твою налево, а. Ну ладно. Ничего не поделаешь. Что-то мне не нравится вот это вот. Пенечки ихние. Начинается, да?
Опять что ли через горохи решил сыграть? Ну что, поставим с тобой вот этого? Мне кажется, он будет сейчас через горохострелов играть. Пеньки и горохострелы, ну все как полагается, да? 2-4. Окей. Ну что, давай поставим вот так вот. Угу. Ну и вот так. И вот так. Ну он по центру может бомбануть, конечно, у него есть. Но вряд ли он будет тратиться на это все. Вряд ли он будет тратиться. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять карт. У меня всего лишь три, но у меня стол заставлен. Вот это плохо. Так, ну здесь уничтожает он мне зомби. Два в лицо. Тут тоже уничтожает. О, даже как. Даже так он решил сделать. Ладно. Что будем делать, друзья мои? Я ничего не могу сделать абсолютно. Шесть в лицо тоже не хотелось бы получить. Смотрим, куда у нас побежит наш охотник. Ага, так. Заморозка зомби. Предположим. Ну, я ничего не буду тратить. Ладушки. Так, ну что, мы с тобой, наверное, сделаем. Да никак мы пока с тобой не будем делать. Потерплю. Ага, 6-4. Что там? 7-7. Молодец. Поехали. 6 в лицо, да, неприятно, ребята. Ничего не могу сказать. Но это лучшее, что я могу себе позволить сейчас в данный момент. Так, теперь думаем. Если я поставлю сюда заморозка, наверное, да, как всегда у тебя там парень. Или что ты там задумал? У нас с тобой сработает защита. Так, он вытягивает две карты. Видимо, все протратил. Хочет отыграться, да? А растение получает плюс 3, плюс 3. Я делаю вот так. Пробьет, конечно, ребята, но что поделаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, 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 подожди. Что там у тебя может быть? Заморозка. А вот это плохо. Плохо, друзья мои. Заморозка была. Так, ну что же. Давай сделаем тогда вот так вот. Опа, неплохая карта. Да пока все. Больше ничего не буду ставить. Ага. Хочет пробить, да? Хочет пробить. В принципе, это реально, да? У него получится-то. Ну-ка, посмотрим. Ах, эволюция только сейчас. Вот почему она не выпадала раньше? Слушай, ну нам крышка, он 5 урона нанесет, у нас сработает защита. И добивает. Да, на горохах, ребят, я так и думал, что на горохострелах будет играть. Но я не думал, что именно вот так вот он сделает. Так, я попаду сегодня в 9-й-то рейтинг или нет?
карты, блин, эволюция выпадает поздно. Вначале какая-то ерунда выпадает тебе в руку. Ну зачем вот это вот все? Так, соперник вытягивает карты. Ну я, по-моему, в этом... в этой игре, ребята, проигрываю пока больше, да, чем выигрываю. Ну что ж, давай попробуем. Вот, хорошая карта у нас сразу же выпала. Так, плюс призрак у нас, да? Плюс зомби с флейтой. Спортивный... Так, начинается, да? А зачем это делать? Это не надо пока делать. Угу. Давай-ка вот так вот сделаем. Так, заодно мы этот пенек с собой и уничтожим, да, получается? Окей. Так даже лучше. Спортсмен, пошел, пошел, пошел. Давай карту мне какую-нибудь хорошую. Сумоист. Ну давай сумоиста сюда поставлю. Задумался, да? Какого он ранга? Первого? Да ну, серьезно что ли? Лайфхак геймер. Первого ранга он. Ух ты, смотри-ка. Смотри-ка, что парень придумал. Так, погнали. Раз, два и три. Так, у нас с тобой здесь много спортсменов, поэтому давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Ах ты, какой жук, а? Ты посмотри. А, это же чары. Ладно, парень, у меня есть привидение. Оно тебя... А что оно сделает? Ну, оно может, конечно, ему как-то навредить. Чуть-чуть. Так, что там у тебя? Горошина, да? По центру 100%. Именно эта карта у тебя... Нет. Нет, ребятушки, не то совсем. Смотри, что мы теперь с тобой сделаем. Я вызываю призрака. Он становится 4-3. Пропускаю ход и уничтожаю вот этим заклинанием. Да? Так, заморозка. А пенек будешь ставить? Ага, вот так он даже. Они все, ребята, решают играть через удобрения. Все, абсолютно. Что-то тенденция у них такая пошла. Через удобрение играть. Так, ну что, остается у тебя, парень, 3 хп. 3 хп. Ну давай вот так вот сделаем. Не знаю, что тут можно придумать, если честно. Тут как бы уже... Нет, если у него есть... Ага, заморозка, да? Если через заморозку будешь играть, тогда да. Но опять же, будет у тебя кабачок, если ледяной. Нет, 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 парень, это не поможет. Это не поможет. Зря он надеялся, конечно. Вот к чему это все приводит. Так. Ну и что там у тебя? Я не знаю, ребят, что там у него. У меня есть еще сумоист. У меня есть... А, река... Давай вот этого, пожалуйста. Давай крайнюю. Спортсмен. Тоже не против. Тоже не против. Так, сумоиста... Нет. Давай вот так вот сделаем. О, у меня только один же. Да, один сумоист здесь. Ладно, давай, будет замораживать сейчас, наверное, да? Прокачивать. О, даже как.
Вот так он решил. Тут прикрылся. А про этого не забыл? Забыл, да? Ты про этого-то забыл, парень. Он же сейчас впервые сходит, чем твой горохострел. Ну, бывает. Поспешил немножко, да? Ну что, друзья мои, мы с вами переходим на 9-й ранг. Да. Ну и на этом, пожалуй-ка, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Подожди секунду. Оу-оу-оу, сколько тут ребятушек-то у нас. Отлично. Ну а теперь все. До скорого.